В общем, замутили медовуху или ставленный мед. Через месяцок попробуем. После откачки меда медогонку помыл, все инструменты, и вот получились такие смывки. Пчеловоды обычно отдают медогонку на сушку пчелам, чтобы пчелы съели. Ну а мне, как пивовару, эти смывки очень даже пригодятся. Померяем плотность. 8. Забрус замочил. Сейчас все это солью, объединю, посмотрю, какая будет плотность. Пока что 8. О, сразу волки налетели. Как чувствуют-то они? Только вышел. Сейчас тут рой будет. Быстрее сливать нужно. Все слили, более-менее процедили, вместе соединили. Начальную плотность получили. Какую? Ой, мамаджан, 14,5. Многовато, надо будет разбавить до 12. Или все-таки не разбавлять? Господа пивовары, как думаете? Что-то набрал воды, пока нес, может быть, оставить 14,5. Может, не совсем выбродит до конца, дрожжи немножко сладости останется. С другой стороны, выбродит, все крепко будет. Дилемма. У самого корня видно сладко присосалось. Закрытый мирабелис. Ночная красавица. Ползет, ползет к самому корню. Видно, есть. В итоге решил я сделать одну баклажку 14,5 и две разбавить до 12. Одну баклажку сбродим дрожжи Бернард из пива. Не знаю, если вытекут. Ой-ой-ой, потекли. Остатки вместе с хмелем, со всеми делами. На заборе у меня тут хмель поспел. Думаю, горсточку добавлю я в одну из баклажек. Мед не кипятился, соответственно, все полезные свойства сохранены. Хмель свежий, с забора тоже никакой температурной обработки не подвергался. Соответственно, тоже вся польза будет внутри. Осталось единственное, чтобы это все дело качественно сбродило и не скисло. Ну, грязи, соответственно, тут никакой нет. Кроме как с хмеля может какая-то пыль попасть, но она все равно в осадок выпадет. Единственное, что здесь культурное, это дрожжи из вот этого пива, которое уже бродит второй день. Лалимант мюнхенские. А так все эко. Или био. Все, в общем, био-эко. Ни капли меда не пропало, все пошло в дело. И казалось бы, ни с чего. Просто помыли медогонку и сделали медовуху. Ну, литров так, наверное, 12 будет. Вот бродильное отделение. Пивко, медовуха, будущее. Через месяц попробуем.